Да, привет, дорогие друзья. Слушайте, обычно я всегда что-то рассказываю по методу ключ, даю какой-то приемчик каждый раз интересный, который снимает стресс быстро и который выводит на состояние творческое, где можно развивать свои новые способности и качества, даже спящие качества, о которых вы не знали, свои таланты и так далее. Но сегодня я буду говорить о нашем будущем. Дело в том, что вы, наверное, смотрели канал Право ТВ, и там я говорил о том, что надо создать науку о человечности, потому что такой науки нет, она там обычно традиционно, она, ну, в искусстве, она в этом, в религии там о человечности. А нужна наука. Наука почему нужна? Для того нужна наука о человечности со своими критериями научными, чтобы эти критерии были использованы потом при обучении и подборе кадров, чтобы вот эта человечность, она не просто так веришь ты в это или не веришь, хорошо это или плохо, да, а вот именно на самом деле, чтобы и в анкете, и когда при принятии на работу, и когда при продвижении там, когда выбирают кого-то там наверх, руководителем и так далее, все время эти критерии присутствовали. И это был бы такой вот фильтр, чтобы туда не проходили такие вот ценники, которых не волнует вообще судьба детей, судьба людей, наше будущее. Видите, у меня Homo Futurus, вы знаете, школа человека будущего. И там именно как раз все направлено на то, чтобы у человека сегодня развивать качество человека будущего, изобретательность, способность работать с неопределенностью, использовать энергию стресса как стресс-трамплин для того, чтобы делать новые рекорды, произведения, достижения в самых разных областях, чтобы человек был наиболее адаптивен. Даже вот астероид, не дай бог, упадет, чтобы он мог выжить, чтобы разум на планете мог сохраниться, и чтобы каждый из нас сохранял творческое долголетие. Мы же этим занимаемся. А вот о будущем. Почему я говорю про канал ТВ Право? Ну, там я веду, как это называется, рубрика там, или называется сейчас вот проект такой по медицине и психологии, поскольку я и врач, и психолог, и художник, и философ, и писатель, и так далее. Поэтому я там веду в этом канале как раз-таки канал ТВ Право, да, очень хороший канал. Вот я там веду, это такое, ну, его, может, сегодня не так много смотрят, как хочется, потому что это же все-таки не то телевидение, первый канал и так далее. Но сейчас, благодаря тому, что у нас есть друзья, и вот Ирина Волынец, она вот меня познакомила сейчас с Док-Ток Первого канала. Очень симпатичная, умная девушка, мы с ней разговаривали по телефону. Я сказал, чем занимается наша школа «Человек будущего». Вот. Она очень-очень-очень быстро так соображает. И она говорит, очень-очень важная тема – сохранить сегодня детей. Потому что сейчас у нас что происходит? Вот я в прошлый раз говорил о том, что сохранить будущих как? Будущее как? Вот. Мы же говорим «Человек будущего», да? Школа «Человек будущего». Homo Futurus. А вот сегодня что происходит? Безобразие. Сегодня происходит опека. Опека по разным каким-то причинам. Нарушая, как говорится, ну что провозглашал в свое время Путин? Путин о чем говорил? Традиционные ценности сохранить, семью сохранить. Ну, он об этом же выступал. А сейчас получается, что получается то, что эта опека вот так взяла детей, которых приняли, накормили, обогрели, обучили несколько лет, которые получали от той же опеки или еще каких-то органов там почетные грамоты, какие-то там получали какие-то там медальки всякие там и всякие, ну, вы понимаете, как это происходит. И тут вдруг у них взяли этих детей, двух девочек, старшенькую и младшенькую, которые несколько лет уже у них в этой семье, которая их из детдома приютила. И забрали. Вы представляете, что это происходит, да?
А тут, оказывается, под видом вот этого того, что тоже Путин и другие там, они продвигали, и все люди там вот такие охваченные таким трансом, там и надеждами на будущее голосовали за изменения в Конституции и прочие десятые так наголосовались, что сейчас там продвигают под этим видом какие-то законы. Я не знаю, я в этой политике не разбираюсь. Но мне рано еще, чтобы мне сухари сушили, и поэтому все мои тексты на видео и там в Ютубе и везде, вот тем более сейчас выходит книжка моя новая под редакцией Федора Макарова «Россия, национальная идея России, генератор будущего». Как соединить ментальности культур Запада и Востока. Но она выходит через 3-4 дня. Так я не хочу, чтобы мне сухари сушили, потому что я не политик, и не социолог, там, и никто. Я просто хочу по-человечески, по-человечески. Вы представляете себе? Оказывается, там пытаются впихнуть закон, потому как, что можно якобы взять и детей забрать... И детей забрать, даже не сообщая об этом родителям. Или еще что-то такое. Ну, как раньше было, без суда и следствия. Но вы можете себе представить, что это такое? Я, например, себе это представить не могу, потому что я думаю, ну, наверное, дура какая-то этот закон пытается протащить. Не называя эти фамилии. Пусть эти Путины, эти Мизулины, эти Петровичи, эти, как их называют еще, эти фамилии. Скоро я уверяю. Эти фамилии будут нарицательными, потому что, ну, это же невозможно. Под видом того, что мы поднимаемся с колен, мы там идем своим путем, мы там меняем конституцию, под этим видом забирать детей без суда и следствия. Вот эти Камбаровы бедные ходили на суд, а там нам Шейх Бузов, вот этот как-то Сулейман, мой друг, который там этим каналом, ТВ «Право» руководит. И он как пресса, его же должны были пустить на суд, чтобы он мог там вопросы задать, осветить этот процесс судебный, чтобы вернула эта опека детей в семью. Потому что каждый день промедления – это психотравма и для одного ребенка, и для другого ребенка, и для мамы, которая взяла, и для бабушки, и для дедушки, для всех. Это психотравма каждый день. Они там содержатся где-то. И непонятно где, там младшие даже адрес не дают, где она находится. И звонить не разрешают. Вы представляете, что это такое, да? Так вот, я за то, чтобы создать науку о человечности. Науку. Вот без меня никто этого сделать не сможет. Потому что никто так не мыслит, как я. И вообще вопроса такого никогда не ставили. А далее это религии. Ну, есть люди верующие, есть неверующие. Я, например, могу верить, могу не верить. Это мое личное дело. Это дело совести каждого. Наука должна быть. Да, с критериями науки. Да, это очень важный момент, и я хочу об этом вам сказать. Я хочу вам сказать, давайте, друзья, вот сейчас мы будем делать конференцию. Сегодня я говорю не про метод ключ. Сегодня я говорю о нашем будущем. И, конечно, я не просто болтаю о нашем будущем, и наша школа не просто функционирует, развивая качество человека будущего сегодня. Я борюсь за это. Я очень благодарен. Я очень благодарен Ирине Волынец, которая председатель родительского комитета детей России. Да, председатель родительского комитета. Я благодарен Елене, которая вот из канала, первого канала телевидения, Док-Ток. Очень благодарен. Очень благодарен, потому что есть отзывчивые люди, которые подключаются, и мы сделаем так, чтобы на самом деле... Я-то, знаете, вам что скажу? Я уже в таком возрасте, когда могу говорить всякие штучки, и я вам скажу сейчас. Что такое брак, сохранить семью, что это такое? Я сам шалунишка еще тот, вы понимаете, да? Но я хочу вам сказать, на самом деле, если родители... не будут заботиться о детях, если дети не будут заботиться о родителях, если все разрушается, вот это же и есть традиционные ценности. Любовь друг к другу, забота, уважение старших, уважение учителя, педагога, уважение врача. Вот сейчас возьму, завакцинирую всех врачей и учителей,
непроверенной до конца вакцины, все они там вдруг, может быть, не сейчас, а завтра или послезавтра, или через 2-3 месяца, вдруг у них начнут какие-то шизофренические процессы происходить, а кто нас лечить и учить будет? Разве можно первый эшелон самых ответственных людей раз и завакцинировать? Еще же не доказано, что эта вакцина не имеет побочных действий, последующих. Поэтому, друзья, конечно, руки мыть надо. Но кто этого не знает? Ну хорошо, что ковид нам это напомнил. Ну ковид нам хорошо напомнил еще и то, сколько белых дыр в этой системе здравоохранения, сколько белых дыр в этой системе даже противопожарной безопасности, даже везде, даже в руководстве, проявил, что самое главное в человеке – это человечность. Потому что вот этот цинизм, с которым это все происходит, разрушит все вечные ценности, о которых, собственно, и говорил тогда Путин. Но пусть отвечает за свои слова, черт возьми. Давайте, друзья. До встречи.